журнал «Show Men's, Show Women's» Юлия Гроза. Мы на конкурсе красоты «Миссис Санкт-Петербург-2018». Отшумел этот конкурс. Это было грандиозное шоу. Рядом со мной организатор всего этого действия Наталья Рогова. И не просто организатор, а волшебница. Наталья, огромное спасибо вам за это шоу, за то, что вы подарили нам радость этим прекрасным вечером. Спасибо большое. Я надеюсь, что юбилейный 10-й конкурс красоты, который пройдет в следующем году в октябре, в конце октября, тоже всем запомнится. Я надеюсь, что мы сможем удивить искушенную питерскую публику. Я думаю, что тот уровень, который вы выдерживаете, он все-таки будет все время вас преследовать, если это можно так, конечно, сказать. Но скажите, какими усилиями все-таки вам это удалось? Потому что я смотрю, что вы не присели ни на минуту, пока шло это действие. Ну, я вообще, в принципе, считаю, что организатор, если это касается питерского, допустим, конкурса, или я еду с девочками на общероссийский конкурс или на международный, я считаю, что организатор, он в первую очередь организатор, а потом уже зритель. Ну, вы-то сами как оцениваете? А, я себя оценивать не могу. Я знаю, что говорили зрители, и это была высшая оценка. Спасибо вам, Наталья. Все, ждем следующего конкурса.